волшебные. Колдуют, колдуют, заколдуют. Поэтому не колдуют принцесс. Они приносят подарки. У них есть волшебная палочка, и они могут ей колдовать. Прилетели с планеты Марса и начали нам тут чудить. Ну, там колдуют, все такое. Может, что-то хорошее или плохое сделать. Это те люди, которые умеют волшебство делать, всяким людям другим помогать. У них есть палочка, чтобы колдовать. Это королева Морози. Нет. Они разного цвета и по-разному колдуют. Ну, я не знаю, они по-разному, может, сделаны или там по-разному заколдованы. Потому что эти волшебники, они другой магией, другим волшебством делают. Один добрый, один плохой. Чтобы колдовать что-то. Они колдуют, чтоб они летали. Страна чудес. Она далеко за этим странам. Да. Там учатся колдовать. И может учить приносить подарки. Ну, там всякие фокусы, магию изучать. Ну, как обычная школа, только школа магии. Учатся колдовать. Ну, там или что и в школах делают бесится. Нет. Их учат мама и папа. А учиться колдовать. Играться, кушать, спать. Колдуют. Потому что они не знают ваше вот. Не, не верю. А Святого Николая верю, потому что моя сестричка его видела, а я слышала, как он подарок под подушку клал. Моя мама верит. Я ее, чтобы не расстраивать, тоже верю. И мама мне сама сказала, что... Я спросила, сколько стоил мой телефон на Новый год. Она сказала, то-то, то-то. Ну, это ж она покупала. Даже забывают, что они говорят. Потому что они не знают, что такое волшебство, что такое магия. Если все люди знали о волшебстве, то все верили. Я бы хотела все заморозить холодом, как Эльза настоящий. У него есть волшебная палочка. Он колдует. Харри Поттер очень крутой волшебник, но все равно я не верю в магию. Ну, такой с зонтиком. Ну, летает на зонтике, короче. Я хочу попробовать. Я знаю, что он самый могучий волшебник в стране. У него очень интересная магия. Очень-очень могущественная и хорошая. Она всем помогает. Потому что он помогает. Есть такой фильм и книжка. Дэвид таких много книжек, только... Не так, не вот так, а синяя, зеленая, зеленая. Окей. Фею весь мир, потому что они красивые. Потому что злые кошки думают. Ну, потому что добро всегда и везде. Ну, просто некоторым еще никто не делал этого. Потому что все друг с другом дружат. Если никто не будет друг с другом, то будет. Один добрый, один плохой. Потому что зло плохое, и оно поэтому и не побеждает. А доброта хорошая, поэтому оно и побеждает. Нельзя, чтобы было много плохого.